Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джоз, и сегодня мы пришли искать целую кучу новых маркеров. Здесь вышло обновление, добавили 20 новых крутых маркеров. И сейчас я как раз в образе одного такого крутого маркера огненного, смотрите. И он почти такой же крутой, как новый топовый шутер в Roblox от российского разработчика. В игре уже есть 4 режима, куча разнообразных карт и скинов. Специально для подписчиков моего канала в игре есть кодик Джуза. Вводи его прямо сейчас и получишь редкого летающего персонажа. Крутая игра явно заслуживает лайка, так что скорее зацени игру и тоже поставь ей лайк, ведь она совсем новая и нуждается в твоей поддержки. Найти ты ее можешь по ссылочке в описании, а также ссылочку на Discord сервер, где до конца этой недели идет розыгрыш нитро. Поторопись, и тогда именно ты сможешь стать победителем. Ну что ж, давайте, наверное, начнем наши поиски именно вот с этой горы. Возможно, сюда добавили какие-то новые скинчики для нашего маркера. Возможно, так и есть. Кстати, мне вот отсюда надо забраться. Знаешь, что у меня первое пришло на ум, когда я зашел сюда и подумал, что здесь вышло обновление. Так, а в какую сторону? Вот здесь, наверное, вот здесь должен быть маркер обязательно. Плюс еще маркеры должны быть в школе, потому что мы там бегали и первые разы вообще толком не нашли никаких маркеров. А сейчас я надеюсь, что там добавилась целая куча новых. Итак, здесь мы проходим. Так, ну-ка не мешайся, дай мне пройти. Оп, вот сюда, теперь я запрыгиваю вот сюда. И отсюда мы попробуем спуститься вниз. Вот так вот, опа, есть. Так, это что-то, да, это теневой маркер. Первый маркер был найден. Ну-ка давай еще вот так вот посмотрим. Дальше ничего нет. Ну-ка, что это за маркер, где он вообще? Вот, это рарочка, Shadow Marker. Вау, круто, есть, здесь мы маркер нашли. Там, я думаю, может быть, нет маркеров на той вершине, потому что там и так было много маркеров. Давай мы сделаем пока что ресет и побежали, будем искать. Надо еще опять смотреть каждое дерево, высматривать, вдруг там тоже запрятали маркер. Может, сюда еще что-то добавили? Вполне возможно. Давай здесь мы внимательно посмотрим. Может, мы что-то упустили. Вот это веник. Нет, это не то. Может, здесь на потолке где-то что-то спрятано? Нет. Здесь я ничего не вижу. Тогда погнали вот сюда. С этой стороны обойдем. О, даже так на крышу можно забраться. Слушай, так Бэтмен. Бэтмена мы получали уже, значит, идем дальше. Вот, кстати, еще же один домик у нас здесь. Может, здесь что-то у нас запряталось? Так, это у нас маска тролля, тролль. Мы собирали это. Это мы собирали. Идем дальше, значит, здесь посмотрим. Так, ой, смотри, что я заметил. Здесь у нас есть стеклянный маркер. Стеклянный маркер. Где ты у нас? Где? Я вообще увижу, он же... А, вот он, прозрачный. Вот. Смотри, прозрачный маркер, круто. Теперь можно идти так дальше. Давай посмотрим здесь. Может быть, что-нибудь найдем на каждое дерево. Мы... О, это что это такое? Это кошка или нет? Cat маркер написано. Ну, кошка, должна быть кошечка. И это у нас команка. О, вау, реально, это у нас просто кошечка. Обычный скинчик. Без каких-то подвохов, так скажем. Погнали дальше, тогда будем дальше искать. И что здесь у нас? Здесь пока ничегошеньки нет. Ну-ка, давай будем повнимательней. Будем повнимательней, и надо в городе тоже нам много чего искать. А, кстати, вот эти контейнеры-то я не проверил. Может, здесь тоже что-то прячется? Здесь нет. Эх, ну ладно, может, еще здесь кемпинги что-то есть дополнительно. Того, чего мы не увидели. Вроде бы ничего нет. Смотрим еще на каждый балкончик. Вдруг там что-то спряталось. И, кстати, друзья, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Это очень важно. Если ты этого до сих пор не сделал, то сделай, пожалуйста, это прямо сейчас, чтобы не забыть. И тогда будет еще больше крутых видосиков. Так, погнали дальше. Смотрим. Вот, это у нас обычный красный маркер. Мы его вроде бы собирали. Да, обычный красный маркер был собран нами уже. И здесь, может быть, что-то прячется еще. Супер такое ценное. Ну-ка, смотрим. Вон, смотрим, куда-то пытается подняться. Зачем?
Там же ничего нет на этом потолке. Ничегошеньки нет на потолке. Погнали. Ой, зеленый какой, как будто бы в зеленом маркере испачкался. Давай идем сюда, пока что смотрим здесь. Ой-ой-ой, я что-то нашел, смотри, вон там. Вот это что это такое? Мы это разве не собирали? Это похоже на какой-то неоновый маркер. Неоновый маркер! А его разве не было? Его разве не было? Ну, раз его не было, теперь у меня есть. Теперь у меня есть неоновый маркер. Круто! Есть у нас неоновый маркер, теперь можно подсветить. Если он светится еще, конечно, и будет светиться в пещере, то это просто будет замечательно. Смотрим здесь, высматриваем каждый уголочек. Здесь у нас пока больше ничегошеньки нет. Так, здесь у нас был зомби, если ты помнишь. Здесь прячутся мозги зомби. Его можно взять и стать зомби-маркером. Погнали, вон я еще что... А, нет, это мы уже собирали. Это уже радужную мы собирали. Вот у нас радужный маркер. Был здесь, вот здесь, если ты не заметил. Идем сюда, здесь смотрим, что у нас есть здесь. Здесь у нас был нобик. Нобик прятался вот тут. Вау, какой паучило! Видал, какой паук? И паук, наверное, к нам пришел из пещеры. Скорее всего, да. Скорее всего, паук находится именно там. Ну, давай мы посмотрим вначале еще здесь. Это что это такое? Маска клоуна. Ну, не маска, а вот это вот пончо, или как она называется. Есть у нас воротник, короче, вот. Воротник клоуна, можно посмотреть сразу на клоуна. И клоун где у нас? Где у нас клоун-маркер? Ну вот, это Рарочка, вот она. Он грустный, ты что грустный? Ты что грустишь? Потому что кто-то лайк не поставил, наверное, да? По-любому, поэтому он такой грустный. Так, надо это исправлять. Кто лайк не поставил, надо ставить лайк обязательно, чтобы у нас никто не грустил. Идем сюда. Давай сбрасываем пока что этот маркер и смотрим, что у нас здесь есть. Ой, черный какой бегает, смотри. Темный, темный, темный маркер. Еще наверху у нас может быть что-то есть там. Кто-то бегает, но что-то я не вижу больше там никаких маркеров. Ну, давай зайдем сюда. Внимательно посмотрим, может, мы что-то упустили. Так, вот здесь у нас лесенка была, если ты помнишь. Может, наверху еще что-то добавили на этой лесенке. И, так, это... Стоп, а мы разве не собирали здесь призрачный маркер, а? Мне кажется, мы здесь призрачный маркер собирали. Но, видимо, уже что-то поменялось. Ну-ка, забираемся наверх. Оп, и сюда. Так, у нас здесь есть что-то? Вон там что-то есть, да? Здесь мы кристалл собирали. И все. Ну, давай, на всякий случай мы зайдем, посмотрим. Вдруг что-то новенькое здесь добавилось. И, так, опа, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как мне туда пройти? Там что-то интересное. Там реально может быть что-то интересное. Но я ничего не вижу там. Там ничего не видать. Наверное, надо оттуда пробежать. А, нет, я даже оттуда, наверное, не пролезу. Понятно. Значит, здесь у нас ничего такого нет. Тогда давай мы выходим из пещеры и, наверное, отправимся в школу. Будем там искать маркеры. Хотя мне что-то под... Так, ты что прыгаешь? Что-то подсказывает, что все-таки сзади здесь что-то добавили. Не зря там кто-то бегал и кто-то что-то искал. Может быть, все-таки добавили какую-то ракету? Ой, а, о, смотри, это что это такое? Солнечный маркер! Отлично, солнечный маркер. Давай мы его проверим. Вот, солнечный маркер. Круто. Ты что прыгаешь? Тебя туда отправить, что ли, надо? Ну давай, запрыгивай, я тебя отправлю. Не надо? Ну давай, давай, запрыгивай. Запрыгивай. Отлично, все, иди туда. А я пошел дальше смотреть. Но я думаю, если туда просто так запрыгнуть нельзя, значит, там, наверное, и ничего нет. Ну хорошо, есть, зато мы нашли. Все-таки чуйка меня не подвела. Теперь давай телепортируемся, куда у нас так? Школа! Школа, школа, школа приключений. Идем в школу и ищем внимательно здесь. Вот это. Так, давай я пока что скину скинчик. И пойдем так. Опять мне сейчас каждый класс надо проверять, да? Каждый класс проверяем, кто ушел на каникулы, кто не ушел. Так, я что-то собрал. Там что-то... Ой-ой-ой, там реально что-то было. Ну, пока непонятно. А, вон, смотри, пирамидка. А, это мороженое.
Это было мороженое, и я забрал скинчик, маркер, мороженое. Это он? Нет, это золотой. А где маркер мороженое тогда? Вот он, маркер мороженое. Ой, у него мороженое на голове. Прикольно, есть мороженое. Так, а теперь где я заблудился? Я вот сюда теперь идем. Давай здесь будем смотреть. Здесь у нас маркеры. Может, здесь тоже что-то спрятано. Может, под какой-то партой что-то спрятано. Но я не вижу ничего. Идем сюда. Смотрим здесь. Тогда вот в эту комнату заходим. Здесь это комната отдыха получается. Комната отдыха. Хорошо, вот это здесь может быть в люстре где-нибудь спрятано. Нет, ничего такого нет. Так, это что это такое? Это у нас комната мафия? Школьная мафия? Там цепочка, слушай, там реально цепочка. И это здесь школу захватила мафия, похоже. Интересно, ну-ка давай здесь посмотрим, что у нас еще и здесь спрятано. Здесь у нас вроде бы мы все посмотрели, и у нас здесь вроде ничего такого не было, да, в прошлый раз? Да, пока что здесь ничего не было, но в будущем, значит, здесь обязательно появится что-то интересное. Ну-ка проверяем опять, зеркальных здесь нет. Давай здесь туалеты проходим. Здесь вроде тоже ничего нет, пока вот в этих комнатках ничего нет. Но зато есть у нас крутой мафия маркер. Вот он. Хау, круто, он еще легендарный. Да, он стал легендарным. Вернее, он был легендарным. Погнали дальше. Теперь будем в городе искать. Да, может вот машины надо проверять тоже. В скинчике мафии-то мы сейчас здесь все отыщем. Давай, знаешь. Ой-ой-ой, смотри, там какой еще паучок. Так, это что за сходка? Сходка подписчиков? Ой, там что-то сверкает. Это что, читер? Читер-бокс? Ну-ка, так, сделаем ресет и попробуем собрать. Стоп, а как мне ее взять? Как мне взять там? Ты видишь, там есть какая-то штучка. Но я не понимаю, как ее взять. Как туда забраться? Вот под эту машину как-то надо... О, он взял, читер взял. Так, а мне как взять? Мне как взять вот эту штучку, а? Как мне получить? Как мне получить? Залезем мы туда, как-нибудь проберемся. Но я что-то пока не понимаю, как туда забраться. Как туда забраться? Здесь даже железный паук есть какой-то. Или краб, я не знаю, кто это такой. Ну смотри, здесь есть такая штучка под машиной. Но как ее взять? Не понять мне. Как мне ее взять? Как вы ее взяли? Вы что? О, стоп. Так. У меня на доли секунды появилось. Во, есть, я взял эту штучку. Смотри, есть, отлично. Вау, самурайский маркер есть у него. Обалдеть, классно. Итак, у меня есть читерский маркер. И надо искать остальные. Так, здесь у нас красный. Давай мы попробуем вот так вот сделать. Телепортируемся вот на самый старт города. И мы стартуем отсюда, оказывается, да? И я думаю, вон там, это что это такое, видишь? Что-то здесь торчит. Это паук. Я понял, что сюда прыгали. Они прыгали за пауком. Понятненько. Так, я тоже хочу за пауком прыгать. Хоп, а, стоп, хоп, а, нет, а как? Как запрыгнуть туда? Я пока не понял, как туда запрыгнуть. Может, вот так вот? Давай попробуем. А, жесть, а как вы туда запрыгиваете-то, а? Ну-ка, может, вот... А, во, есть, я запрыгнул. Я настоящий Человек-паук. И получаю маркер паука. Легендарный, между прочим. Легендарочка. Отлично, теперь у меня есть легендарный скин паука-маркера. Здорово. Дальше куда мне надо идти? Так, давай попробуем дальше пойти. Вот здесь паук. А, может, вот эту машину давай проверим вначале. Проверяем. О, здесь что-то есть, не зря приходил. Здесь был полицейский маркер. Маркер полицейский. Дальше куда идем? Дальше смотрим. Может, кстати, вот здесь вот в подъездах что-то есть. Вроде бы ничего такого нет. Ладно, пробегаем дальше. Пробегаем. Смотрим, что у нас здесь общаются что-то. О, стоп. О, смотри, здесь есть какой-то рок. Рок, и это у нас единорог.
Единорожек! И где ты? Где? Вот он! Это Рарочка! Смотри, это Рарочка! Единорожный маркер! Но я остановился вообще не за ним. Я его случайно увидел. Я остановился вот за вот этим. Что это такое? Это Тор! Это Тор, друзья! Это оказался Тор-маркер! Вот он! Это Тор! Жесть! Круто! Очень-очень круто! Теперь у меня есть Тор-маркер! И еще у меня осталось 6 маркеров, которые я должен отыскать! Я думаю, большая часть маркеров находится, конечно, в городе. Погнали искать! Ой, а это что это такое? Это самурай-маркер, и он был прямо здесь! Прямо здесь, ха! Ничего себе, где ты, самурай? Самурай, вот он, это мифик? Серьезно? Вау, самурай-маркер! Отлично, прикинь, прямо здесь стоял! Жесть, я его чисто случайно заметил. Я думаю, нам надо, короче, еще знаешь, что делать? Теперь, наверное, надо и камеру отдалить и искать что-то на крышах. Может быть, вон тот паук не единственный, который был на крышах. Так, вот это что это такое? Это шапка какая-то, слушай. Так, давай попробуем забрать. Мне кажется, это тоже какой-то скинчик. Прям на крыше находится. Давай поднимаемся. Сложно подняться-то, однако. Давай еще. А как мне так сделать, чтобы не падать? Опа, да стой, вот так, давай еще вот так вот. А, нет, да жесть, я, видимо, слишком большого роста. Ну не, вроде нормально, так, отходим, вот так вот, оп, запрыгиваем и забираем. И это у нас шеф-маркер, это шеф-маркер, здорово. Где ты у нас, шеф? Шеф-маркер, и я не могу найти. А, вот он, я нашел, это шеф, Команка? На крыше, где вообще невозможно найти. И это Команка. Серьезно, кстати, у нас 4 маркера осталось. И это у нас какой-то непонятный глич есть. О, жесть, есть глич. Плюс у нас остался еще железный паук. И все. Нет, еще Хаги-маркер. О, Хаги-маркер. Так, смотри, это неоновый, да, мы здесь собирали. Вот мне кажется, где-то здесь на деревьях еще что-то должно быть. Неужели здесь ничего нет на вот этих деревьях? А, вроде бы ничего. Хотя, может, в самом дереве... Так, а что они там стоят? А, они неоновые маркеры ищут. Понятно. А, может быть, вот в самом дереве спрятано, и это будет вообще нереально найти, если действительно... Ой, а это что это такое? Это что это такое? Хаги-маркер! Мы нашли с тобой Хаги-маркер! Опять чисто случайно. Просто бегали, искали деревья и нашли Хаги-маркер! Класс! Классно! Здорово! Просто случайно нашли Хаги-маркер. Так, у нас здесь, смотри, машины есть разбитые. Может, здесь что-то тоже прячется? Нет, здесь, наверное, уже ничего нет. Может, вот здесь в переулочках каких-нибудь что-то? Так, вот эту лужу мы собирали, да? А, теперь я отсюда выбраться не могу, да? Сам себя в ловушку загнал и сижу. Ладно, все, отсюда мы выходим. Мне кажется, знаешь, Хаги говорю, Человек-паук железный находится где-то вот здесь вот. Между домами. Где-то вот в таких вот местах. Так, это что? А, это не то. Вот, я думал, это скинчик, оказывается, нет. Может быть, вот между домами-то и находится где-то железный паук. Вот здесь, может быть, вот здесь, нет. Ой, паутина, и это железный маркер, железный паук-маркер. Блин, а я думал, там будет что-то, знаешь, щупальца какие-то висеть, а это просто паутина. Причем в самом начале висит. И где, кстати, он? Так, это у нас Тор, это у нас хакер, это у нас вода. Вот, железный паук! Железный человек-паук-маркер! Теперь мне надо найти, по сути, самых простых. А, нет, глич, наверное, не самый простой. Вот этот вот, я не знаю, Команка. Где мне искать эту Команку? Непонятно вообще. Совсем непонятно. Ну, где-то здесь, может, валяется на полу, во дворе где-нибудь. Как я и говорил, смотри, просто здесь валялась. Давай точно так же с глич.
глич-маркеру. Можно мне, пожалуйста, точно так же найти без проблем, чтобы я такой бегу, 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 и такой хоп на этом дереве, хоп на этом дереве. Нет. Да, глич, конечно, будет сложно найти, я думаю, вообще катастрофически. Где искать, я даже понятия не имею. А, вот неоновый здесь. Может, где-то здесь, возле какого-то дерева спрятано или еще что-то, неизвестно. Так, может, ты знаешь, где глич-маркер? Похоже, он не знает. Если бы он знал, он, наверное, бегал. Он знает, где полицейский. Но я немножечко спросил, где находится глич-маркер, потому что найти его действительно нереально. И я был прям совсем близко. Вот он. Видишь? Гличи на дереве. Вот попробуй его найти, если ты не знаешь. Просто под деревом видны гличи. И здесь у нас спрятался глич-маркер. И это просто жесть. И это еще рарка. Мне кажется, самый сложный это был глич-маркер, найти его. Это просто жесть. Но зато мы собрали всех маркеров. Поэтому ставь лайк, если тебе понравилось видео. Подписывайся на канал, пиши комментарий. На этом у меня все. Не болей, не скучай. Пока-пока.